Всем привет, с вами Ефимов Евгений, и сегодня мы снимаем мощную игру минус 5. Будет сегодня очень крутая динамика, также будет и статика. Правила у нас простые. Получается 3 попытки, чтобы сделать комбинацию, максимум 3 элемента в комбинации, минимум 1. И получается 2 попытки, чтобы показать комбинацию. В общем, атлеты готовы, будет интересно. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите самый крутой комментарий от вас, и мы начинаем. Начинаем нашу игру, и Слава загадывает первый. Получается, можно загадывать один элемент, можно загадывать комбинацию до 3 элементов. С клепкой различные простые перевороты не в счет. Давай, давай, давай. Ну что такое-то? Не пошло? Давай вторую попытку смотрим. В общем, Слава загадывает, вторая попытка. Если не получается, ход переходит на других атлетов. В общем, атлетов вы не знаете, поэтому, думаю, сегодня будет максимально интересно посмотреть, кто победит. Давай, давай, оп. Давай трешку и трешку. Треха, халявочка, ладно, гейнер. Так что там в итоге, халявка плюс гейнер просто, да? Или импульса вначале? Импульса, халявка, гейнер. Импульса, халявка, гейнер. Ну, неплохая комбинация для начала. Поехали. Кто второй? Валера, да? Валера делает второй. Давайте по-быстрому прям все эту комбу сделаем. По-быстрому. Оп. Перехват. Перехват. Крутка. 180. Можно сразу гейнер. Так еще четче. Третий. Третий Леха получается. Ребят, пишите, за кого будете болеть, кто затащит эту зарубу. Очень интересно. У нас сегодня будет и динамика, и, скорее всего, и статика. Оп, хорош. Кто четвертый, парни? Я сам, а если... Давай, Никита, да, Никитос. Оп, тащи. Импульса. Халявка. Оп, гейнер. Хорош. Так, Антон выполняет. Давай. Тащи. Оп, отмах. Давай в одном темпе все затащить. И гейнер. Пока что простые комбы, но думаю, сегодня будет много всего интересного. Когда пройдет первый круг заказов, посмотрим, как атлеты тащат, и пишите, за кого вы болеете. Это ведь реально очень интересно. За кого-то болеть, так смотреть будет еще интересней. Так, Матвей тащит. Давай, максимальное качество. Йоу. Оп. Крутка, гейнер. Супер. Че, ребят, первый круг пройден, да? Кто второй-то, Валера, да? Предпоследний. Предпоследний. А, Леха, ты второй был? Хорошо. Слава, ты что делаешь? Просто... Давай, оп, мортирка. А что ты ее-то не загадал? Ну ладно. Давай, Лех, загадывай. Что-то интересное от тебя ждем. Давай, тащи. Оп. Давай, 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 давай. Слушай, неплохо, мне прям понравилось. Затяга больше, соберись. Пока просто разминаем. Во, есть. Иксуха. Разнохват, треха. Все, по идее, сколько элементов засчитано? Пока что у всех по нулям, сейчас комбинация. Икс вылет, треха с обратных и кумкват с подколением. Давай, оп, вылетели, хорошо. Давай, перехват на обратные. Крутка, ее. Закидывай ноги, кумкват сделаешь, засчитает, скорее всего, тебе. Махов, конечно, лишних много, но что поделать. Давай, в ноги. Красавчик, засчитано, да? Лех, засчитано? Иксуха, треха с обратных, кумхват. Давай, затащим эту иксуху сразу, пацаны. Ничего, разойдетесь, пойдет еще проще все эти элементы. Пока что у всех по нулям, давай, оп. Иксуха, перехват, крутка. Йо, быстро, вообще очень быстро. Я думаю, с этим атлетом надо 720 на махе назад уже учить. Верно? Давай, затяг. Ай, чуть-чуть далековато, чуть-чуть далеко. Давай еще попытку сделай, давай. Давай, делай, четко, сосредоточься. Оттяг впереди, держим, вылет вверх, хватаю. Давай, перехват, перехват, пофиг на раскачке, хотя бы сделать. Ай, ну все, первый минус, ну ничего, еще отыграешься. Первый минус. Давай, выполняем. Давай, затяг. Есть, перехватка. Крутка, резко, есть.
Ну и кунг-ват влетай. Хоп, на изях, на изях. Да зачем переделать? Тебе засчитали, успеешь в следующем заказе еще что-нибудь сделать крутое. Еще получается... Так, Антон, не умеешь кунг-ват, верно? Кунг-ват научимся потом, но пока что только минус один. Получается, у двух атлетов уже минус один, и сейчас заказывает третий атлет. Так, Никита заказывает. Давай. Оп. Получается, треха, два элемента есть. И пятера. Супер. Как первый элемент называется? Чешский накрест. Чешский накрест? Ну я только другое чешское знаю. Ну ладно, шутка. Давай. Тащим. Оп. Давай. Ай, чуть-чуть резкости не хватает, медленновато делаешь. Сосредоточься, давай. Давай, делаем, парни. Тащим. Перехват. Крутка. Давай, еще пятеру надо. Пятеру крутани. Умеешь, умеешь. Давай, есть. Затащил. Есть один. Так, что, Славик, затащим? Давай, пробуй, надо затащить. Ребята, от вас требуем прям максимальную поддержку. Реально стараемся, снимаем контент. Будет много просмотров, будет много лайков. Буду снимать чуть ли не каждый день видосы для вас. Вот реально, ребят. Давайте наберем 1000 лайков. Оп, крути. Крутка. Вообще красиво. Пятеру добавь. Давай, сосредоточься на пятере. Ой, хорош. Хорош. Красиво сделал. Давай. Ну, попробовать можно, в любом случае. Этот элемент не такой сложный. Его можно попробовать даже в другую сторону сделать. Давай. Это ты сейчас другую делал? Да. Давай, попробуй, надо затащить. Так, давай, Валера, не торопись, сосредоточься. Очень торопишься. Просто подумай о элементе и затащи его. Давай. Затяг, перехват. Ага. Пятёра. Давай, пятеру делаешь. Ой, пятера-то давай. Держи руки, хватай. Считаем. Остался на турнике. Остался на турнике, поэтому засчитаем. Короче, небольшие косяки у тебя, Валера, заметны, но круто. Так, Матвей выполняет, смотрим. Оп, оп. Вкрутка есть. И пятера. Пока что все выполняют. Вот Славик, не знаю, сможет ли эту комбу сделать. Но я думаю, Славик еще подрастет, и он любую комбу сделает. Давай, сейчас тащи, пробуй. Оп, хватай. Не передержал, не передержал. Из-за этого вверх не вылетел. Да ты сможешь, давай, одна попытка у тебя осталась, вверх сильней. Все уже, да, у тебя? Ну ладно, тогда минус один получается. Так, все, Антон загадывает. Смотрим. Давай, давай, давай. Есть. Ай, чуть-чуть рисковато. Тебе надо затянуть сильнее. Очень резко вылетел, из-за этого плохо сделал. Короче, в иксухе там не надо резко вылетать. Там надо плавненько начинать, а потом резко перехватываться. Давай, 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 давай. Есть. Есть. Гингер. Иксуха, гингер. И, наконец-то, я вижу передний виз. Ну, жаль, я его мало только увидел. Ну, короче, передний виз я точно не зачитаю, его не было фиксации. Короче, делаем X-вылет плюс гингер. X-вылет 180 гингер. Давай, пробуем. Иксуха, далековато отлетаешь. Давай, сосредоточься. Так, Слава, для тебя это опять прям интересная комба, которую надо затащить. Пробуйте, парни. Посмотрим, что выйдет. Ой, сделал. 180 гингер. Давай попыточку вкрути. Ногами дерни. Хватай. Опять одна рука тянется. Надо две. Так, сейчас делает Матвей. Ну, в общем, парни, вы уже посмотрели, кто что умеет из атлетов. И давайте, кто за кого болеет, пишем. И потом посмотрим, выиграл ли тот атлет, за которого вы болели. Вот это, кстати, вообще хорошее исполнение было. Мне понравилось. Все, да? Все? Давай, Валера, тащи. Врывайся как следует. Вылететь повыше, четко вверх. Ну мог сделать, ну ладно, это минус 2 получается, да? Одна попытка еще? У нас 3 попытки, да, у нас точно. Все, еще одна попытка есть. Давай, Слава. Давай, четко сделал. Есть.
Ну блин, очень, кстати, близко было, но по технике не то, надо две руки тянуть. Так, Леха показывает. Давай, тащи. Красиво. Ну, так себе, некрасиво. Давай, делай, во. Леха, что ты вообще торопишься? Стой, не торопись, не торопись. Отдохни и сделай нормально последнюю попытку. Ты можешь сделать, я уверен. Так, Валера, последняя попытка, тащим. Давай. Кто бы думал, что такими элементами выносить будут? Эх, ну мог бы, ну все, ладно. Так, Леха сейчас. У Валеры минус 2 пока что, ну ничего. Посмотрим, что будет дальше. Леха, тяни, хорош. Еще и амплитудно. Давай, в руки, ну вообще, легко, легко. Молодец, затащил. Лайки, лайки. Есть, лайки, ха-ха, ставим лайки. Так, смешно я сказал немного, ну да ладно. Так, давай, Славик. Тащи. Молодец. Давай, попробуй, попробуй, руками хотя бы цепануть. Слушай, не коснулся турника сейчас? Так ты и второй уже тянулся, поближе бы к турнику был бы, так сделал бы. Так, и... Давай, Никита, последний атлет, который делает эту камбу. Иксуха... А вот Гингера не было. Вылетел высоко, но руками не дотянулся. Давай, Никита, вторая попытка. Пока что у этого атлета ноль. О, давай. Хватай! Ну, двумя руками задел, мог сделать. Давай, крайняя попытка. Постарайся сделать. Сохрани свой счет нулевым. Давай! Крути, хватай. Слушай, я поверил, что сейчас схватишь. Ну, близко, ну ничего, минус один. Так, загадывает следующий атлет, Валера. Смотрим. О, подъем двумя, это подъем двумя, силовой оборот. Силовой оборот. Импульс. Ну и трех собраток. Антон выполняет первый. Давай, подъем двумя, силовой оборот. Силовой оборот. Давай, давай, давай. Силовой оборотик вкрутил, плечи поднял. Ай, не дожал. Давай порезче прокрутку сделайте. Парни, силовой оборот на самом деле несложный элемент. Чисто силой делать его чуть сложнее. Попробуйте немножко на скорости провертеться. Так можно делать. Во, сел. И что это такое? Слава, это что такое? Можно узнать, пожалуйста? Вот реально. Хват-то какой надо брать на силовом обороте? Нижний хват. Делай. Просто делай. Просто я не понял, зачем ты слез и заново сделал. Давай. Давай, да силовой оборот несложная тема, я думаю, должно получиться. Давай, ногу прижал, руки вкрутил резче. Хорош. Кривенько, но сделал. Ну и треха собраток. Давай, Лех. Все, супер, супер, есть. Так, ну что, Матвей, пробуешь? Да коряво получилось. Коряво, но сделал. Я думал, раньше уделал. Да он несложный. Возьми с нижним хватом, чуть-чуть вперед уйди, а потом наоборот. Вот так, пошел и раз резко, ногу на себя тяни. Ногу на себя тяни. И делай его внизу спины, а то ты так не можешь баланс поймать заметно. Давай. Качнул. Подержал ногу на себя и дотягивай. Докручивай. Хорош. Сделал. Давай, давай. И ну и трех собраток. Конечно, круто было бы это все делать комбой, то есть без замедлений. Можно переделать, если хочешь. Все, красавчик. Да нет, должен делать, должен делать. Ты что, еще раз пробуешь? Давай, пробуй. Давай, пробуй. Тащи. Оп. Сел. Давай, вот это вот уже не комба. Вот сел, подождал. Давайте сразу, пацаны, все делать. Все, провалился. Минусанулся, пацан. Нормально все? Не будем? Да не, будем, будем, Слава. Ничего страшного. Без падений не бывает взлетов, как говорится, да? Давай. Леха пробует переделать по красоте, чтобы было немного хотя бы. Оп, сел. Качнул. На ногу навел, ногу завел, пролетел. Вот это лучше, вот это вот то, что я и говорил. На резкости можно делать. Хорош. В стенку не влепись, это круто. Оп, подъем двумя. Хорошо, обороты. Давай, ну вообще легко. Давай, и трешечка. Крути, ну все, без проблем. Сделал.
Короче, ребят, начинаем мы со средних комбинаций, далеко не самых сложных, так что смотрите ролик обязательно до конца. В конце будет все самое веселое. Давай, на резкости прошел, на резкости пролетел. Супер, красавчик, смог. И треху. Давай. Давай, крути. Давай, все, засчитано. Так держать. Так, сейчас идет заказ Матвея. Посмотрим, что это будет. Опять же, три элемента, не считая таких, как слепка и тому подобное. Давай, Лепестер. Давай, Гарик, просто вставь. Покажи динамикам, что значит силовуха, да? Гарик, пожалуйста. Во! Гарик нижним хватом, есть. Фиксация была. Гарик. И халявная семера, просто. Халявная семера, ну и треххалявная. Короче, горизонт нижним хватом, халявная семера, халявная треха. Ну все, ребят, у кого минусы? Пробуйте, в любом случае попробуйте, хотя бы отдельно. Да, гарик на турнике, тем более на таком тонком, держать сложно, я не спорю. Давай, потерпеть, попробовать хотя бы. Ну, вообще, это уже была заявочка прям-таки на мощную темку. Я думаю, у Матвея заявки минусануть всех. Не, на турнике это еще сложнее, чем на полу и на стоялках-то. Так что непросто это, парни, непросто. Короче, как я и говорил, у всех наших мощных динамиков-атлетов минусы. Ну ничего страшного, работаем дальше. У Славы, кстати, уже минус 4, как я понял. Так что, Слава, давай, заказ от тебя. Оп, внутренний, внутренний. Это что такое? Ты хотел егер? Так ты будешь еще пробовать? У тебя ведь всего одна попытка. Может, полегче что-нибудь загадаешь? Мортиру ту же. В общем, Слава заказывает. Пробует сделать мощный элемент, потому что у него уже минус 4, и ему надо кого-нибудь вынести. Давай, тащи. Оп! Оу, мортира еще и с бланшом. Приземление, конечно, такое себе, ну и у атлетов не будем придираться, значит. Так, сейчас пробует Леха, блин. Вот это, кстати, элемент уже такой, если смотреть, как хочешь. Элемент уже такой страшноватенький, вот лично я бы его пробовать не стал, потому что я мортиру не умею. Ой, хорош! И приземление получше, чем было, чем у Славы. Отлично, кто будет еще, парни, пробовать? Есть такие? Давай. Никита тащит. Давайте подсказку дам, смотри. Короче, когда идешь вперед, как вообще делаешь клёп. Оу, воткнулся. Клёп. Ты умеешь вообще мортировать-то, как ты сам? Вроде сейчас не вылетел очень высоко просто, из-за этого не было скорости крутки. Ну давай, еще попыточки поделай. Так, это что у нас тут? Ну все, опять. Вот что егер на той серии прыгал, хватал, что сейчас семеру? Ну, кстати, затащишь. Семеру хочешь пробовать? Ну, попробуй, посмотрим, что получится, интересно. Так, парни, пока атлеты тут немножко отдыхают и пробуют свои элементы, хочу напомнить, что обязательно поставьте лайк, если еще не поставили. Постараемся набрать на этом видосе 1000 лайков. Это будет очень круто. Будет море мотивации, чтобы снимать новые серии. И опять же, будет много просмотров, будет много контента, я вам обещаю. У нас есть зал, где мы можем снимать чуть ли не каждый день для вас. Что, по мозоли? Ой, хорош. Для подписчиков сейчас сделаю дабл семерку. Дабл халявный семерку. Ну, короче, смотрим, сейчас будет жестко. Леха это делает специально для подписчиков, чтобы вы поставили лайки, рассказали о канале своим... Ой, хорош, давай! Ёб твой, ё-моё, в смысле? Три, это значит, надо по-любому подписаться. И подпишитесь на инстаграм этого мощного атлета. Ребят, мы сейчас только тренируемся, еще чуть-чуть, и мы будем бросать вызов Dimatiarix School. Это будет просто топовый вызов, просто исторический. Когда эти атлеты достигнут очень высокого уровня, еще выше, чем сейчас. В общем, Славик минусанул мортирой всех, кроме Лехи. Да, сейчас минусану Славика. Ладно, шутка. Все, поехали. Кто следующий загадывает, парни? Леха загадывает. Ну что, Леха, давай. Что-то интересное. Ну а пока Леха думает, что загадать. Матвей хочет затащить какую-то комбинацию. Наверное, это попытка кинга. Давай, четко. Блин, почти сделал, почти взял. Блин, очень близко. Ребят, я так много говорю, потому что у меня реальные эмоции. Я за этим наблюдаю и не могу молчать. Очень впечатляет. Круто. Так, все, готов, давай. Леха загадывает что-то мощное, красивое и крутое. Первое это у нас луна. Йоу, почти егер. Супер. Давай у тебя еще одна попытка, Лех, только ты сосредоточься, надо сделать.
Давай, у тебя нет сейчас права ошибиться тут. Давай! Хватай! Егер! Икс вылет! И ничего. Ну, короче, два элемента мы засчитываем, их повторяем. Давай. Ну что, атлеты пробуют уже реально жесткие элементы, ребят. Вот мы и дошли до этого. А ведь еще никто даже не выбыл. Ой, не-не-не, маха маловато, Матвей. Медленновато. Так, попытки от Антона. Я думаю, он может сделать. Ну, вы знаете. Давай, тащи спиной. Хватай. Промазал. Чуть-чуть. Вот старайся в турник прям вцепиться. Близко, но не то. Тащи. Ага, давай. Кроме дел, попытка Кинга. Кроме дел. Давай, Егерь, это еще пару попыток. Давай, делай. В общем, Слава пока что еще не умеет Егеря, так что еще внутреннюю так себе, поэтому он вылетает, к сожалению. У Антона следующая попытка. Давай! Передержи! Хорош! Опять руками взялся, но не схватил. Вот как так? Вот как так, блин? Еще одна попытка осталась у Антона. Матвей делает. Давай попыточку, Матвей, красивую, мощную. Ты можешь сделать. Старайся. Просто вверх и к турничку. Ой, так задел. Все, ты схватить мог сейчас, спокойно ведь. Давай, еще одна попытка есть у тебя. Так, у Антона третья попытка. Тем временем Валера сказал, что делать не будет. Ему сложный этот элемент, поэтому у него уже минус 4. Ну ничего, остаются только сильнейшие атлеты. Давай! Ну все, все. Ну, к сожалению, тоже минус. Сколько у тебя уже минусов? Минус 4. Минус 4 у Антона, минус 4 у Валеры. У тебя сколько минусов? Минус 2 только, давай, пробуй. Сейчас, может, минус 3 будет, но ничего, давай. Аккуратно, главное, давай. Ё-моё! Ты нормально не ударился, чувак? Но это, к сожалению, не засчитано. Давай, еще попытки. Давай, Никита, четко, главное, аккуратненько. Взял! Ой, близко. Главное, не ногами взял уже, а руками это... Давай, давай, попытка, постарайся. Ты до этого руками задел. Шансы есть. Уже реально сложные элементы, ребята, идут у нас. Да ну, первый егерь, если затащишь. Пробуй, пробуй, давай. Старайся максимально. Давай, вид для тебя играет. Кач. Таз. Взял. Ай, чуть, вот сейчас чуть-чуть не то было. Блин, ну ничего. Еще научишься обязательно. Давайте, последняя попытка. Лютейшего элемента. Давай! Не, чуть-чуть не хватает. Давай, пора загадывать. Пора загадывать. Делаем. Давай, три элемента в комбе. Тащим. Оп, перелет. Ай-яй-яй, чуть сорвало. Ну давай, мозоли главное, смотри, береги. Подержи, Никс, давай. Давай, поделай. Давай, ну держи, держи, держи. Ай. Переделай, переделай. Так все получается ведь. Две попытки заказа было, все получается. Следующий заказывает. Короче, Антон хочет загадать на брусьях. Что это будет? Давайте угадаем все дружно, что это будет. Опа, держим, 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 терпим, терпим. Хорош, передний виз. Минимум 3 секунды фиксации надо будет сделать, парни. И выход принца с ногой. О, турник. Ну это хороший, кстати, подводяшка. Треньте, поможет. Так, Леха пробует. Ну вот видите, пацаны, как статикой можно минусовывать всех. Поэтому обычно кто жестко тащит. О, держим. Ну блин, еще не хватило. Не хватило. Давай, давай, терпи, терпи, терпи. Выводи ноги. Ну виса-то не было, конечно. Ну давай хотя бы принцуху затащим. Оп, терпи. Давай, жми, резко. Вот, нажимай. Ну, подводяшку сделал, но, к сожалению, нет виса. В общем, передний виз кого-то минусанул. У Лехи минус 2. У Матвея минус 2 или 3 уже? Минус 3. Хорошо. Так, у тебя все получается. Минус 5. Так, комбат Матвея. У всех атлетов уже минус 4, кроме Лехи. У Лехи минус 2. Поэтому мы уже подходим к концу. Неизвестно еще, кто выиграет. Еще хоть что может случиться. Поэтому давайте досмотрим. Увидим победителя. Также, ребята, обязательно пишите, какие видосы вам нравятся. Мы будем снимать больше таких видосов, которые вам нравятся. Давай! Есть! Хорош! Ткач! Ткач! Давай! Семера! И гейнер. Нет, не гейнер. Что там будет? И еще одна семера.
Ну, короче, сделаем. Защита, она получается ткач и две семеры. Ткач, две семеры. Ну что, парни, кто пробует? В общем, получается, Валера и Антон вылетели уже. В общем, остался Матвей и Леха, и у вас финал, вы тащите. Это мощнейший финал. Ребят, все лайки, все смотрим. Поехали. Так, давай, Леха пробует. Финал нашей зарубы. У Лехи минус 2, как я помню. Давай, Лех. Нужно повторить мощнейшую лютую комбу Матвея. Это будет перелет Ткачева, а еще две халявные семеры. Давай, давай, постарайся. Постарайся сделать это. Давайте, атлеты, следим за... Давай! Два! Ай, ну ничего. Нормально приземлился? Ну вот, пацаны, маты, всему голова в нашем деле, в жесткой динамике. Еще две попытки будет, я думаю, он сделает. Матвей, затащишь, давай, машина-убийца. Давай, Матвей. Давай, надо сделать это очень мощно. Давай. Сделал, ну почти ведь взялся двумя руками, ребят. Давайте в следующем видосе мы будем снова тащить жесткие элементы. А может быть и еще что-нибудь интереснее придумаем. А пока что досматриваем наш финал. Так, давай, поехали. Вторая попытка. Сейчас комба реально дикая, реально сложная. Давай, постарайся, постарайся, постарайся. Берем! Хорош, раскачка. Ай, надо было лишний кач еще взять, Лех. Давай, Леха, последняя попытка. Надо постараться на максимум. Помни, что у тебя есть одна раскачка. Давай, качнул. Качнул, качнул, давай, крутка. Давай, еще, еще, еще раскачка. Тащи. Еее, затащено, затащено. Есть, засчитано. Так, ну что, финальные уже попыточки. Сейчас Леха заказывает Матвею комбу. Что-то он придумал, что-то будет жесткое, скорее всего. Я знаю, что будет. Давай, пробуй. У-у-у, бэк-ту-бэк, еще и такой амплитудный. Это просто ульта сейчас была. Ну что, для Матвея это, конечно, страшный элемент. Но он будет пробовать, сказал. Смотрим, ребят, смотрим, болеем за атлета. У него уже минус 4, поэтому если он не делает, он вылетел. Но главное это здоровье. Мы технику обсудили. Сейчас будет дел. Давай, просто групперу жесткую, мах. Страшно, да? Не, все, да, получается. Так, все, получается. Матвей не будет делать. Получается, Леха у нас выиграл. Та-да-да-да-та-дам. Подписываемся на атлета. Подписываемся на всех атлетов. Сейчас мы, наверное, для вас, ребят, еще пару разных элементов сделаем. Небольшая тренировочка, как бы, пацаны тренят. Ну и на сегодня все. Все молодцы. Круто затащили. Ждите новые выпуски. Тащим. Ребят, хоть мы и игру уже закончили, но пару попыточек еще сделаем для вас. Поэтому, кто смотрит видосы до конца, тот просто самый топовый подписчик. Давай, не забывайте нам комментарии ставить. Давай! О, нифига себе, это же King 540. Я, наверное, вживую, в таком качестве первый раз вижу. Класс. Еще и ткач. Ну, ткач, конечно, чуть кривенький был. Но ты красавчик, Матвей, вот это круто. На следующем видосе застабилим эту тему и будем тащить. Давайте, парни, еще все по одному элементу, кто какие хочет. Ну, кто что учит. И мы уже все на сегодня. Тоже опять, тоже можешь сделать. Давай, уже два элемента, которые ты можешь затащить. Так, что-то Валера тренит у нас, посмотрим. Тоже. А тут, это трешечка, но трешечка быстро. Икс вылет, ну, не схватил, поторопил. Давай, Леха тащит. Вот наш победитель сегодняшний. Затащил игру минус. Ой, давай, руки прямые, ай. И... Нифига себе! Ребят, это топовые комбы. Я думаю, мы скоро, совсем скоро будем Диматярику кидать мощнейший вызов. Я думаю, просто у них не будет шанса отказаться, потому что мы навяжем просто нереальную борьбу. Ну что, кто-нибудь еще будет что-нибудь пробовать, парни? Давай, Тох, последняя на сегодня попыточка, семера, и я отключаюсь, получается. А ты это видос, блядь, будешь?
Так, Тоха делает, Семеру еще попыточка. Халявка, давай. Да, еще один атлет затащил халявную Семеру. Отличное завершение видоса. И на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ефимов Евгений и команда мощнейших атлетов. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока. No time to relax, wanna hit the airways with these tracks. All these other guys claim they're fly, I'll be in the flight, them guys can't catch. Still picking up all of your crap, but man weren't spending any-